Всем привет, ребят, с вами GNC, и сегодня восьмая часть наших приключений в замечательнейшей игре под названием Rogue Legacy. Все уже мне пишут, когда там же Майнкрафт, уже все соскучились по нему. Майнкрафт совсем скоро, ребят, я уже совсем скоро продолжу механического GNC и все-все-все тому подобное. А сейчас Rogue Legacy, потому что я хочу уже доиграть в нее, допроходить, хоть нам осталось еще довольно много, нам нужно убить еще три босса, считая с основным, с тем, кто нашего короля убил. И сейчас мы играем за новый класс, я это говорил уже, по-моему, или не помню, нет. Класс Spells Ward. Это парень, который при... Во-первых, у него не видно меча, да, он так светится, это здорово, прикольно. И основная его особенность это то, что он может, да, вот, использовать скиллы. Может использовать скиллы очень сильно. То есть, вот, больше наносится ими урон, но также тратится в два раза больше маны. Но самая основная его особенность это в том, что он с удара восстанавливает себе... довольно большое количество маны. Так, тут я еще понавыбивал нового шмота. Ну, ничего, собственно, интересного. Мы будем бегать в блуд броне, потому что это очень большая регенерация. И давайте себе какие-нибудь руны поставим удобные. Так, давайте сделаем себе регенерацию прямо аж на 16. Так, это нам нужно. Двойной... Нет, тут мы вот так вот берем. Вот так вот. Стоп, нет, это уже аж 4 у нас уходит на регенерацию, это очень много. Мне нужно хотя бы, чтобы одна у меня была двойной прыжок. Вот так вот, и вот так вот. И еще, да, вот так вот я и хочу. У меня есть двойной прыжок, у меня есть слэш, или как он правильно называется, и у меня есть 3 руны на вампиризм. Так что мы будем все восстанавливать с удара 16 здоровья, если я правильно предположил. Сейчас глянем. Ну, вроде бы должны восстанавливать 16 здоровья, если я не ошибаюсь. Кстати, ребят, я забыл вам сказать. Вот сейчас хочу сказать, что я немножечко обновил плейлисты. Теперь вам будет поудобнее пользоваться, если кому интересно видео смотреть. Хотите, посмотрите. В описании есть ссылка на Google документ. Так что вперед, вперед. Вроде бы я там все нормально... обновил, так сказать, так что не знаю. Ну, вроде бы все должно быть хорошо. Так, ладно, я что-то заговорился, потратил много здоровья, и вот. 16, да, у нас, по-моему, восстанавливается удар, если я не ошибаюсь. Так, фонтанчик. О, давайте используем фонтанчик, почему бы и нет. Восстанавливает... А, вот, картина. Оп. Вот так, да, 16 здоровья у нас восстанавливает, и... Также за каких-нибудь монстров нам восстанавливается мана вот с удара. Бац. 12 МП с одного удара. И главное то, что если мы не убиваем его, 12 МП не дается, дается за удар именно. Так что можно не смотреть. Ну, это легко. Как легко? Так, вот так вот где-то, нет? Ах, черт. Так, так, так. Так, отлично. Что у нас здесь? Непонятная мне руна. Ладно, глянем, глянем, глянем. Я, кстати, вот в прошлый раз, когда играл, просто решил опробовать этого героя, достаточно много за него набрал, но у меня были не даггеры вот эти вот, улучшенные, не улучшенные, у меня были огни вокруг меня, и я такие пачки крипов просто с него убивал. Ну, даггер это тоже клевая штука, так что ладно, посмотрим, что у меня получится, сколько денег мы сможем заработать. Он такой медленный, ужас, просто очень-очень медленный. Так, мана, хорошо. Пока в лес мы не пойдем. А нет, нам все равно приходится идти в лес. Вот, можно просто по кулдауну использовать заклинание. Не можно, а даже нужно, я бы сказал, потому что мы себе с удара восстанавливаем ману, а кинжальчики кушают не так уж и много маны, так что можно, можно их использовать на каких-нибудь сильных монстров. Не на таких, конечно, эти падают с одного удара, даже не... Ну, вот это вот я бы использовал. Бац, бац, 3 кинжальчика. Но это... Ах ты, плохой, плохой. Вот видите, это улучшенное. То есть я когда нажимаю на активацию способности, оно бьет именно так, как мне нужно. Так вот, с этого мы уже должны восстановить себе почти полную ману. Ну вот, и вот так вот по кулдауну просто используем скиллы. Тем самым качаясь, если можно это так себе назвать. Ну-ка, оп. Я же вот нанес урон. Ну, с одного они уже не умирают. Ну, ничего страшного, чего уж там. Здоровье мы себе восстанавливаем, ману мы себе восстанавливаем. Так что бояться мне... Я бы даже сказал, особо нечего. Жалко только, что много золота падает на шипы, так называемые. Кыш. Так, я тут смогу пролезть? Да, смогу. Ага. Вот этого слайма сейчас разнесем.
Злобный, злобный слайм. Все горит прям так. Ай-яй, прекрати. Мистер слайм, прекратите это. Не веселье. А то уж очень больно. Так, хорошо. Отлично, сундучок. И уходим отсюда. Так, чуть неудобно. И уходим отсюда с полным количеством хп. Так, пойдем вниз, глянем, что там интересного и вкусного. Нет, в этот портал мы не зайдем. Этот портал бросает нас на любой участок, значит, карты. И обратно мы вернуться не сможем. Так что лучше не рисковать. Мне и здесь прекрасно находиться. Так, глаза. Глаза, глаза, глаза. Кыш. Ага, а большим? Я думал, я попаду. Что, что такое, а? Здорово. Со слаймом мы сейчас все здоровье восстановим. Ну, хотя, вот 16 регенераций, я не знаю, это очень много, я считаю. Можно сделать себе максимум 20 регенераций, если сделать все 5 рун на вампиризм. Но, когда ты так делаешь, невозможно играть, потому что нет двойного прыжка, нет... слэша, нельзя вот так вот двигаться. А это для меня очень удобно, я уже привык к кулдауну этим заниматься. Так, еще мана, здорово. Так, кыш. Как бы мне с этим единорогом или что это такое правильно справиться. О, здорово, критический удар. О, какие страшные. Но сейчас мы к вам вернемся. Сейчас мы к вам вернемся. Заберем только этот сундук и пойдем сразу же за тем. Там я еще выучил на двоечку одну очень клевую руну, я считаю. Руну, которая, ну как клевую, нормальную. Я ее выучил дважды, так что не сказал бы, что я правильно... Даже не могу, в общем-то, своими словами объяснить. Это руна, которая, когда тебя бьют, возвращает тебе урон твоему противнику. Ну, я же стараюсь, чтобы меня не били, так что я бы не сказал, что она для меня очень полезная. Хотя все равно меня часто атакуют. Черт. Еще золотишко. Ну, уже у нас 2500, и я считаю, что это неплохой результат. Так что я смело могу одобрить спелсворда, так называемого. Это хороший класс, оригинальный, такой, из-за него очень интересно играть. Но для меня все равно приоритетом является Хокаги. Мне кажется, боссов можно убивать только за него, потому что очень сильная атака. Так. Здесь я был, нет? А, здесь я был. Так, хорошо, тогда нам нужно вернуться аж далеко-далеко. Куда нам нужно вернуться-то? Нам нужно вернуться... А, вот здесь мы еще не были. Не получить урона, да? Нет, мы это пропустим, я не смогу это пройти, это довольно тяжело. Так, там сверху я был. О, там есть тоже неизведанный мой проход, так что мы в него тоже можем отправиться. Сюда вот. А, ну это простенько вроде как. Ага, простенько, конечно. Сказал один. Простенько. Чё я сразу вот так не сделал? Нужно было обязательно заступить. Так, ладно, мне сейчас нужно убить парочку монстров для того, чтобы восстановить себе здоровье. Потому что я уже много потерял. Как раз мне повезло, попались глазики, которые очень легко умирают. Ну, еще и окорочок, так что все великолепно. А, убить всех противников. Ладно. Раз уж вы просите, я не могу отказать. Что только эти штуки странные будут. Ну, ладно, почему нет? Они вроде не очень сильные. Раздражают немножечко вот эти, которые вместе с ними дружат. Ах, больно. Прекрати. Очередная руна. Sky. Небо. Прыжок. Не знаю. Глянем, глянем потом. У меня много всяких интересных рун. Ой, ой, ой. Так, как он умеется, а? А что, он прыгать на меня не будет, нет? Все, все, я понял вас. Потратил я все, я его не убил, но вы же видите, ребят. Он сделал мне очень больно, а я ему толком-то и противопоставить ничего не смог. Так. Я что, пропустил один сундук? Как-то на меня не похоже. Но сейчас, мне кажется, мы пропадем уже, потому что... Почему я пропустил здесь сундук, никто скажет. По-видимому, то, что здесь сложно все проходить. Но вроде я бы не сказал, что прям так очень сложно. Ах, промазал. Как я мог промазать? Я вроде особо на урон не натыкаюсь. Как-то он очень мало, слабо, вернее, прыгает. Да что ж такое, а? Отстань. Так, здоровечко.
Отлично. Оп. Нам наверх, да, нужно? Стоп. Что мне там наверху ждет? Тоже какая-то гадость, да? Нет, это... Так, я заплутал. Где еще не был? Ага, нужно мне идти сюда, вот, прям в самый край. И будем все ломать в надежде на то, что нам выпадет какой-нибудь карачок. Так, крысь, иди сюда. Здорово. Золотишко. Так, скелет. Давайте без этого. Все равно попал, зараза. Так. Давай, может, мана или... Ну, хотя бы карачок, здорово. Так. Ура, мы нашли босса, которого мы уже победили, Александра. И здесь мы можем нажиться золотом и маной. Что это такое, черт побери, а? Предупреждать надо в таких случаях. Что это за... Да, ну я даже запутался, нужно было... Я, в принципе, мог бы там пройти, но что-то я разнервничался немножко. Так, Барбариан Кинг, Хакаги. Вот Хакаги это интересно, и Лич Кинг. Я считаю, что если играть за Лича, то только за... У которого вороны. Вороны это скилл, который доступен только Личам, а вот за такого Хакаги я бы сыграл. 4000 у меня есть, что я могу купить? Ну, в принципе, такое жизнь, урон, ничего интересного. Хотя можно пойти... Попробовать нагнуть Понса де Леона, так что мы давайте здоровечко на один. Давайте на два здоровечка. О, у нас еще не видит в 3D, и помимо этого еще цвета не различает. Ну, руны меня мои устраивают. Это как раз, я бы сказал, даже идеальные руны для Хакаги. Ну, я так считаю, это мое мнение, ребят. Так что вы можете там для Хакаги прокачивать какую-нибудь отражатку. Но я считаю, что 16 вампиризма для парня, который всех... С одного удара убивает, это очень круто. Так, ладно, кыш, тут мы сражаться правильно не можем. Ну-ка, ну-ка, ты чё, а? Пожалуйста, восстановление 16 единиц здоровья за один удар. Это, я не знаю, имбаланс, я бы сказал. Потому что за такого героя играть максимально легко. Он всех убивает с одного удара, действительно. Если только отправиться в башню, куда мы сейчас и отправимся... Я хочу направиться в башню, потому что я хочу попробовать победить Понса де Леона. Тем более с тем скиллом, который у меня сейчас есть. Это будет сделать полегче немножко, мне кажется. Хотя, кто знает. Он двигается, расставляет огневые точки. Кстати, я вот сглупил тоже. Если мы хотим отправиться побеждать Понса де Леона, то нам нужна не блуд броня, потому что мы там ни с кого восстановиться-то не сможем толком. Нужна какая-то броня больше на урон. Что-то я об этом не подумал. Ну ладно, зато мы должны... Дойти до Понса де Леона полностью невредимым. Чтобы все было хорошо. Кыш, кыш, кыш. Да что ж такое, а? Что-то мне не идет сегодня. Все меня бьют, но плевать. Плевать, потому что мы Хакаги. У нас 16 очков и регенерации за удар. И это просто ужас как много на самом деле. Так. Кыш. Так, скоро там будет башня. Хочу уже в башню, я даже в лес не особо хочу идти. Хотя, если мы сейчас пройдем Понса де Леона, можно будет поставить новый рекорд. У нас сколько там, 11 тысяч? Я уже забыл, но там 11 тысяч чем-то, это уж точно. Так. Ну что там, глаз? Бедный глазик, ничего. А, нет, все-таки нанес мне удар. Я прям специально как будто на всех натыкаюсь. Но я не специально. Я не специально, правда. Так. Угу. Ладно, все простенько. Никаких проблем. Сейчас уже очень просто играть. Кастли уж точно. Нет, глаз. Тебя я победить его не смогу. А, тут все что ли? Нет другого входа. Вот. Ладно, уходим отсюда. Без проблем. Куда нас вернуть? Ага, вижу, вижу, вижу. Понял вас. Я вас понял. Что назад захотел повернуться, получить удар. Ну ладно. Так. Вниз, а тут можно вверх пойти. Вот здесь вот, да-да-да. Ага, я вас понял. Я вас понял. Вы дружить со мной не очень хотите, да, ребят? Ладно. Давайте мне злых картин побольше, они быстро умирают, но мне ничего сделать не могут. Так, ладно, все равно мы все уже восстановили здоровье, я даже уже не замечаю, как быстро себе здоровье восстанавливаю. Давайте сделаем тут на всякий случай копию.
чтобы выйдет всякий удар. Да, о, здесь сундучок просто, хорошо. Так, ладно, ладно, все. Все, куда теперь? А, вниз можно здесь сходить, что тут такого необычного. Ничего, абсолютно. Денежки, да и только. Даже в лес уже нет выхода, мне нужен... А, вот там вот наверх был проход, как-то я его не заметил, не знаю как. Здесь уже скоро должна быть башня, вот башня уже скоро, я чувствую. Интуиция! Вот здесь сейчас, после сундука, вверх, чуть бок, должна быть башня. По крайней мере, я так считаю. Так. Да, вот она, вот она. Отлично. А, я забыл, что это злобный сундук. Ничего страшного. Ниндзя. Ниндзя. Так. Ну, пока все в порядке. Понсаделион, я иду. Понсаделион. Такое какое-то знакомое с истории имя. По-моему, какой-то открыватель. Что-то он там дооткрыл, если я не ошибаюсь. Так. Кыш. Какая-то пассивная рысь попалась, только что так стоит, смотрит на меня. Чего? Нападаешь-то? Больно ведь? Так. Тихо. Ну, ты будешь подходить, нет? То я ж так не дружу. Как бы. Мне нужно убивать, а не получать урон. Как бы я иду к Понсаделиону, так что вы должны меня... Ого, как ты прыгать-то научилась. С леса. Ну, башни тут уже можно. Достаточно наполучать, на самом деле. Боюсь, я все-таки не дойду до Понсаделиона. С таким-то уж количеством здоровья. Я его точно не выиграю. Учитывая то, что с него никакого отхила нет. Так, хорошо. Хотя бы сундучок нашли, и то радует. Так, как бы мне не наткнуться? Он очень быстро бьет. Ну, все равно, ну, все это серьезно, очень сложно в башне. Нет, нет, тут мы по-любому урон получим. Тяжело в башне сражаться здесь. Очень-очень тяжело. Так, как бы мне правильно здесь... А, я вот так могу. Оп. И назад также. Здорово. Так, ага, здравствуйте. Дорогие товарищи. Здравствуйте, здравствуйте. Так, сундук злой. Хорошо. А вы что мне здесь покажете, ребятушки? Так, как бы мне так правильно напасть на вас? Ну, вроде все хорошо пока. Оп. Как же ты попал-то в меня, а, зараза? Что это? Максимальный вес увеличен. Ну, честно говоря, я ожидал какой-нибудь золотишко. Это было бы более здорово. Так. Кыш. Ага. Ну ладно, куда теперь? Теперь... А, я мог наверх пойти, я что-то... С этим колорблайндом... А что ж такое, не могу вниз удар сделать. Так, так. Так. Это злой сундук. И это злой сундук. Все сундуки злые в наше время. Так, убить всех противников. Нет, это меня не интересует. Там по-любому стоит какой-то... Один. Один такой... Злобный дядька, которого невозможно достать. Такое я уже видел, ребят. И не раз. Так, я так понимаю, Понсаделион должен быть высоко, но... Куда уж выше, тут уже некуда идти. Ах, ну конечно, конечно, нужно наткнуться прямо на нее. Че уж там... Так... Золотишко... Ага, такой вот, да, дядька на нас нападать хочет? Ну ладно. Ладно. Подождите, мы что, себе урон наносим, когда его... Черт, 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 черт. Это я далеко полез, нужно было отойти, чтобы он как бы в спину меня бил. Ну ладно. Архимаг, Лич Кинг. Вот. За кого мы сейчас играем, я вам покажу всю прелесть этого класса. Так, давайте сейчас мы будем качать Магурон. Сейчас объясню, почему. Так. Ну, вроде меня все устраивает. Руны. Какие руны? Руны меня тоже устраивают. Хотя, ну-ка, давайте попробуем взять одну вместо вампиризма баланс руну. А, мы ее не открыли. Черт, я думал, у нас есть. Где-то я открывал баланс руны, по-моему.
Нет? Нет, нигде не открывала. Хотя у меня есть, у меня почти везде. Вот я на плаще уже вообще все руны открыл, кроме двух. Тут я могу плюс золото, золота здесь еще нету. Дважды могу. Ну, в общем, тут много всяких интересностей, но пока такие руны меня устраивают. И сейчас мы играем за самую, как легкий, я бы сказал, класс, улучшенный Лич Кинг. Что может быть? У него есть активный скилл, который позволяет нам наше МП, наш ХП переделывать в ману. И у нас есть очень клевый скилл, да? Скилл, который выпускает ворон, который атакует всех противников на данной локации. То есть... Так, нет. Давай. Ну, как всегда, если урон нанес. Ну ладно, мы себе быстро это восстановим, особенно за Лич Кинга. Считайте, мы за удар себе 20 ХП восстанавливаем. Так. Сейчас, ага, не получить урона, конечно, конечно, за гиганта я там пройду, ага, вот прям уже бегу проходить. Так, хорошо. Опять что быстро у нас боссы попадаются, ну ладно. Это и хорошо, потому что здесь сундучки вкусные-вкусные. Ладно, давайте пойдем в лес. Все равно Понса Делеона мы не убьем за Лича, но зато мы должны много нафармить за него. Таких вот локациях этим. Ну, вот, допустим, здесь, смотрите, бац, пускаем птичек. Птички атакуют абсолютно всех, кто здесь есть. И мы себе просто проходим, и собираем монетки. И в чем само вот основное преимущество, да, кажется, вот использовал два раза эту магию, и все, закончилась мана. Сейчас я вам покажу, когда чуть больше здоровья наберу. Так, тут много монстров, ну, давайте тут тоже всех убьем. Ну, не всех, ну, многое количество. Кому-то урон нанесем. Кого-то добьем. Вот так вот. Пожалуйста, собираем себе деньжата и все. И вроде как у нас уже... Вы скажете, не хватает, да, маны. И мы так бац, и переделали 100 маны. Ой, 100 здоровья в 100 маны. И опять же мы можем два раза использовать ворон. Вот так вот все у нас здесь происходит. Так, дяденька, а ну-ка. Ладно. Давай, мы будем долго его бить, но ладно. Поворачиваться не вариант, тут слишком узкое пространство, чтобы я в спину на него нападал. О, отличный удар, отлично. И еще раз, а вот в этого можно и в спину напасть, почему бы и нет. Отлично. И глаз. И все, я думал, здесь какие-то вкусности будут, а здесь просто, просто ничего. Так, хорошо, тогда здесь еще вниз есть проход. Так, как он громко-то падает. А, ну да, я прям вот карлик, ага. Я такой, я такой. Сюда можно пройти и там вниз спуститься. Хорошо. Я не понимаю, как вот люди могут играть за парней, у которых болезнь, что они не видят ничего, то есть карты. Так, кыш. Кыш. А где я? Тут еще был, по-моему, волчок или кто? Кыш. Кыш. А, вот он. Ну, это нифига не волчок. Это, я даже не знаю, что это, какой-то дух единорога или что. Так, тут можно вниз или, собственно, свернуть. Так, кыш. Критически, отлично. Вот здесь вот я бы все эти штуки убил, честно говоря, они жутко мешают. Достать сундук. Сундучочек. Ага. Ладно, ничего страшного. Ну, давайте тут тоже попробуем всех победить. Ах, зараза. И тебя. И тебя. И тебя. Так. Скоро придется опять ману, ХП переделывать в ману. Ага, вот этих ребят мы сможем победить, а? Так, их очень тяжело, я слышал, побеждать. Но мы... Нет, мы не справимся. Все-все. Все-все-все. Единственное, пока кого я побежал с таких мини-рейд-боссов, это двух скелетов таких. Их несложно выиграть. Честно говоря. А вот черных властелинов, как еще по-другому назвать, не знаю, их победить действительно тяжело. Кыш, кыш. Так, сейчас мы насобираем большое количество здоровья и переделаем себе обратно ман, потому что еще на одно использование нам хватит, а этого очень мало. Так, ладно, мы показали, что они так уж и мало нафармили, я бы сказал. Как я думал. Я думал, мы переделаемся много раз в ману и потом просто... Не сможем никак противостоять никому. Он еще вниз может спускаться. Я думал, на определенной локации. Кыш!
Так, куда мы теперь проходим? Сюда мы проходим. Ага. Вот этот глаз мы, в принципе, можем убить с помощью... Так, все, мне это не нравится. Мне это не нравится, меня побеждает. Мне нужно восстановить себе здоровье и всех начать убивать. Ладно, идем сюда. Лес мы уже прошли, да? Нет, нет, тут еще есть проходы. Просто прямо бежим, и там будет... Ага, вот, оп. Первый раз я это не заметил, а второй заметил. Ла-ла-ла. На меч какая-то руна. На меч у меня, кстати, меньше всего рун, так что здорово. Я не помню, вампиризм у меня на меч стоит или нет. Так, ладно, давайте тут всех убьем, потому что они мне не нравятся. Слизни. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, куда тут? Ну, тут много поворотов, разворотов. Скелеты. О, много скелетов. Может использовать ворон. Вот, почему я и говорил, что нужно улучшать магический урон, потому что если вороны будут наносить там не 40, сколько там я забыл, если они будут наносить там сотню урон, то с одного удара будет падать полностью весь пак, то есть в комнате, если там какой-то огромный пак, то можно даже использовать дважды всяких ворон, а это очень-очень круто. Ага, в конце у нас просто поворот куда-то, так что мы сюда не пойдем, там за гиганты это очень сложно проходить, должны понимать все-таки, ребята. Так, у нас уже больше маны, чем у кот мага, на самом деле 324, это уже много, мы можем еще раз переделать спокойненько себе. Так что вот, пожалуйста. Лич. Ах, я тут думал прыгнул, а я... Да что ж такое, он же дважды меня ударил. Скотина такая. Так, ну давай, попадешь? Не попал. А, там сундук еще, вот какая вкусность. Ага, а вот так вот. Ладно, давайте уже напролом его. Фух. Так. Так. Что здесь у нас? Сильвер меч. Хорошо, будем его использовать. Будем его использовать. Отлично, отлично. Наедимся. Наедимся. Нужна мне еда. Смотрите, сколько маны за раз. 35. Так, что же мне эти преследуют, эти порталы страшные. Кыш. Максимальное здоровье нужно улучшать. Ладно, хорошо. Развернуться к нему и ударить его правильно у нас по-любому не получится, потому что там шипы, и помимо шипов еще злобный-злобный дядька-скелет, который тоже хочет сделать нам больно. Но мы с такими не дружим. Правильно, ребят? Правильно. Так, куда нам здесь? Пам-пам-пам-пам-пам. Ага, вот мы дальше можем пройти. Точно, 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 точно. О, как мне повезло-то, а? Реакция. Вниз. Не прыгать. Ага, вот сюда, по-моему, здесь надо. Ага. Не-а, не сюда. Хорошо. А может было на карте, да, посмотреть? Черт. Что я сглупил, да, бывает. Хорошо, куда мы отправимся-то? Ты, мы тут уже все изъедем. А, нет, еще не все. Мы тут вниз можем спуститься, вот здесь вот. Еще. Так, что это такое, а? Дважды ворон выпускаем, чтобы вороны всех убили. Сидим так себе, как получаем себе максимальное количество хп, которое потом переделаем в ману. Как же здесь сложно передвигаться, такая прям необычная локация, я бы сказал. Так, так, так. С трех ударов аж мы побеждаем, это очень много, ребята, вот очень много. Так. Куда нам тут? Вперед можно. А, тут сундучок, тут сундучок. Я его не могу так просто пропустить. Здорово, 4000. Неплохо, неплохо. Лич Кинг с воронами, это хорошо. Сундучок. Интересно, сколько мы набьем? Так, меня эта штука бесит жутко, честно. Я не могу правильно запрыгнуть. Ну, все, все, все. Хотите драться? Будет вам драка. Так, так. Так, так, ага, все, дальше прохода нет, чуть-чуть, зачем я вообще здесь это все устраивал? Так, ну что, куда мы можем пойти еще? Ну вот, смотрите, своими глазами в лесу мы полностью все изведали. Так что нам придется вернуться обратно в кастл и искать какой-нибудь замок или что. Ну, конечно, да-да-да, именно туда я должен был упасть. Как же по-другому-то? Сюда, да, мы идем к боссу. Нам нужно к боссу, чтобы использовать телепорт вот сюда вот.
Хорошо. Хорошо, мы в Кастле, обратно. Это выход в лес, а мы можем пойти вон там вот наверх. Кстати, в Кастле хорошо мы всем сможем на слабеньких монстрах здоровье пополнить. Ну, если нам, конечно, повезет, соответственно, на слабеньких монстров. Что-то я ни о чем не задумываясь смог пройти. О, да-да-да. Как же хорошо все-таки в Кастле себе пополнять здоровье. Ах, просто сказка, ребят. Так, вот так мы сделаем. 426 маны у нас будет. Да что же эти штуки? Меня-то преследуют порталы красные. Ладно, посмотрим, что у нас здесь. Гермес Бутс. Что они дают? Двигаться можно быстрее. Порыгать веселей. Что, ладно, не знаю, что они дают. Нужно будет загуглить. Так. О, выход в ад. Че, пойдем в ад, ребят? Почему бы и нет? Пошли, пошли в ад. Че мне терять, а? Так. Давай, давай, кто на меня? Много ворон, много ворон. Мы всех победили из-за ворон. Такие дела. Ворона имба. И сундучок забрали. А, нет, мы не всех победили, кроме злобного красного глаза. Отлично, ах, сколько денежек. Ух, как хорошо-то, а. Куда мы тут можем еще отправиться? Ну, я на самом деле не пойду дальше, потому что у меня очень мало здоровья, а я ничего терять. Так, мы можем выйти наверх, и там еще один наверх выход. К нему мы... Да что ж такое? К нему мы, собственно, и отправимся. Так, покушать что-нибудь будет? Отлично. А по мане? Ну ладно, без маны пойдемся. Так. Давайте вверх. Куда? Куда еще-то, а? В ад мы не хотим, а в башню я пошел. Почему нет? Так, глазик. Почему я над духом называю глазиками, а? Тут сможет это объяснить? Так, забрать... Деньги я не пропускаю. Так. Лич с гигантизмом. Что может быть лучше? Так. Так. Отлично. Еще один жат. А еще. А покушать будет что? По мане? По мане? Нет, не будет по мане. Ну ладно. Прощаю. Ай, больно ведь? Че вы так это, а? Очень больно, ребят. Так. Что это все? Это такая вот не страшная совсем комната. Ладненько. Как я так громко падаю? Картина. Картина не страшная? Странная. Я привык видеть страшные картины. Так. Ну что, выходим в башню понемножку. Насколько я понимаю, да? Сундучок тут есть? А, тут даже сундука нету. Чем мы тогда будем здесь долго время терять, правильно? А, я сел. Подождите, что, максимальное количество МП? Ну не надо мне такого. Что? Нужен больше уровень. Ясно. Что за дела? Максимальное количество МП. Что ж? Обманщик. Я-то думал, я смогу бесконечно себе ману регенерировать. А оно вот. Как меня обдурили-то, да? Тоже так думаете, ребят? Еще раз бить будешь? Нет? Отлично. Обманули, обманули. Ну ладно, ничего страшного. Так, сюда мы идем. Что мне дают эти ботиночки-то, а? Мне прям очень интересно. А ну, стой, если мы найдем вот какую-то на ману баночку, она нам восстановит за раз 46 ману. Это очень много, я считаю. Так, будешь стрелять? А еще разок. Игла, сколько у нас тут всяких... А что это такое? Что там? Что там у меня? Злобный фиолетовый дух. Так, давайте ты мне просто отдашь... Золото, и мы с тобой больше дружить не будем. Буду стоять на месте и не попадусь. Нет, попался все-таки раз, и еще разок. Оп. Так, ты мне ману. Какую ману? Ты мне золото отдаешь. И вот это вот золото. И теперь я буду подниматься наверх. Отлично. Я думал, у меня не получится. У меня в прошлый раз что-то я долго так наверх поднимался. А вот и... А вот и башня. Вот и башня. Так, сразу же ворон. Что здесь злобные дядьки? Вот чувствую, чувствую я злобные тут дядьки. Так, тут красный глаз злобный уже. Очень злобный. Ниндзя! Ниндзя! Как мы можем дружить с ниндзя, если они очень-очень больно бьют? Ниндзя! Ай! Ну, я не ожидал, что я его убью. Такие дела. Так, дай мне мое золото. И еще одно. Что-то знакомое, да? Вы не ощущаете?
Ладно, наверх. Ах, вот они. Такие вот злые дяденьки. А по воронам? А по воронам? А еще удобные сундуки, да? Понятно. Понятно. О, как много злобных сундуков. А по воронам? Отлично, отлично. Отлично. Так, ты будешь прыгать на меня, нет? Хорошо, не надо, не надо. Так, еще один жатом. Похоже, мы самый богатый лич, ребята. Так, куда нам тут идти-то? Ага, желтый глаз. Сколько всего? А по воронам? А еще разок по воронам? А, мана нет, еще разок по воронам. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Выдержим, выдержим. Это все гермесовые ботинки. Они мне везучести прибавляют. Вот чувствую, чувствую. Так, будет что по мане, ребят? Мне неплохо бы по мане восстановиться. Может, как-нибудь одолжить разок? Как бы я не хочу умирать. Хоть я уже и много накопил. Так, вот, по мане зашло, хорошо. Так. Так, ребята. Вороны, вороны знают, что делать. Дело в том, что здесь... Помимо... Так, отстань от меня, Халк. Халк, прекрати, Халк. Так. Так. А, не ожидал, да, что я гигант? Вот. А вот так вот. А еще разок. Да что, думаешь, я боюсь тебя? Отлично, отлично. Отлично. Ай-яй-яй. Что-то я не ожидал такой неожиданной атаки. Ладно. Он не откнулся на него. Мы-то гигант, а он не гигант. Что, чё на него бояться, правильно? Не гиганты должны бояться гигантов, не гиганты гигантов. Вот, такие дела. Так. Так. Ай-яй-яй. Прекрасно, молодой человек, прекрасно. Так, так, так. Тихо, не надо мне на свои сопли на меня пускать. Так, уважаемый мистер гигант. Халк. До свидания. До свидания, мистер Халк. Ай, ай, ты что дерешься-то, а? Не культурно с твоей стороны, стоило бы извиниться, как бы. Отлично, отлично. Так, ладно, ребятушки, с вами. Ага, желтый глаз. Ой-ой, больно. Ладно, все. Все, прекращаем, ребят. На этом пора заканчивать. Только мы закупимся перед этим. Следующую игру мы начнем за майнера, потому что там все остальные не очень клевые, ребята. Что мы можем купить? Пойдем, сходим к кузнецу. У него должны быть всякие вкусности. Вот, Silver Sword. Хорошо. Что еще у него есть? Нет, Ranger Helmet мы не будем брать, а вот такой вот мы возьмем. Броню рейнджерскую. И что у нас здесь еще? О, и плащик рейнджерский возьмем. Чем бы и нет. Ну ладно, тогда уже и шляпочку рейнджера возьмем. Все, у нас есть рейнджер сет. Он будет давать нам криты, и мы будем одевать его на Кнейва. Давайте урон качнем дважды, и на этом пора заканчивать, ребят. Всем спасибо за просмотр, с вами был Джин Си. Не забывайте смотреть на новый плейлист, который я сделал. Пока, ребятишки, и, конечно, удачи вам.